Вкусно. Лайм? Посмотрим. О, да, здорово. Здесь как на вечеринке в честь Дня Святого Патрика. Да, розовая, моя любимая. Ух ты, это настоящий рот? Да, мы сделали это. Почему все движется? О, нет. Зацените, я бы съела миллион таких конфет. О, да, чипсы. Розовая горчица? Ха, попробую все и сразу. Минуточку. Раз уж мы имеем дело с розовым цветом, почему бы не остаться в теме? Давай сделаем это, Барби, держись. Фу. Пора. О, что-то мне нехорошо. Ага, вот оно. Вау, потрясающе! Вроде бы противно, но очень вкусно. О, что-то не так. А? Она застряла! Ну же, давай! Тут еще что-то есть. Я знаю, что она там. Все чисто. О, что угодно ради тебя. Спасибо, так намного лучше. Это отличный трюк. Возвращаемся к работе. Вот так. О, спасибо, Барби. Вперед! О, это невероятно! То, что нужно! Увидимся в следующий раз! Чипсы всегда застревают между зубов. Нужно их достать. Зубочистку, пожалуйста. Спасибо. Где же оно? Нет, стало только хуже. Можно мне еще одну? Спасибо. Кто-то просил зубочистку. Глубоко. Только не это. Эти зубочистки очень непрочные. Попробуем еще раз. Алло? Я пытаюсь. Наверное, его заклинило. Просто дай мне еще одну. Вот. Это было напряженно. Можно мне воды? Я устал. 25. Ну что, как там? Ну же, мышцы должны гореть. Фу. О, это было грубо. Фу. Эй, мои волосы! Почему они застряли? О, нет. Верно, я все еще здесь. Ну же, отпусти. Никогда. Эй, прекрати. Вот так. Нет, за что? Фу, ничего себе. Моя жизнь кончена. Фу, я знаю, как ее убрать. Ну же. Что ты со мной делаешь? Этого должно хватить. Давай вытащим тебя отсюда. О, гадость. Да, нужно достать новую. О, моя любимая. Надо только закончить упражнение. О, да. О, нет. Может, я могу просто... Ну же. Хорошо, давайте так. О, останется след. Ой-ой-ой. Наконец-то я зашла. А вот это не очень хорошо. Выглядит так себе. Хорошо, что я купила эту штуковину. Мои стены скажут мне спасибо. Нужно просто надеть ее на ручку. О, так мило. Идеально. Это точно. Я чувствую себя потрясающе. Я свободна. Это совершенно новое я. Я прекрасна, правда? Пора устроить тест-драйв. О, да, сделаем это. Это точно работает. Видите? Ничего себе. Это меняет дело. Ура! Вау-вау, я просто невероятная. Я могла бы заниматься этим весь день. Потрясающе. Невозможно жить без еды. Но смогла бы еда жить, как мы? Смотрите наше видео, чтобы узнать. Готовим куриную ножку. Настоящее искусство. Немного перца не помешает.
Еще чуть-чуть. Я бы хотел подзагореть. Справитесь? Конечно, я знаю, какая форма вам нравится. Угу. Подготовьте все. Это самое главное. Почти готово. И, наконец, вот так. Идеальное куриное полотенце. Другое дело. Лишь бы придраться. Приправы нужно как следует втереть. Так будет еще ароматнее. Скорее бы тебя съесть. До встречи! Отличная температура. Скоро буду золотистым. Вау! Уже подрумянился. Вот он, золотисто-коричневый. Ю-ху! Вкуснотища! Кажется, готово. И пахнет, как положено. Красивая золотистая корочка. Боже, какой приятный воздух! А, чуть не забыла. У меня же вторая на очереди. Как делишки, красотка? А ты, смотрю, полежал на солнышке. Веселись, я буду неподалеку. Это много времени не займет. Полезай в духовку. Готово? Давай есть. О, вот же. Хорошее местечко. Тут так уютно. Зубочистка, для тебя есть работа. Но же... У меня прекрасная семья, не так ли? Ай! Что происходит? Хочешь поиграть? Ха! Я никуда не уйду. О, не получилось. Было так вкусно. Все, я беру нить. Она никогда не подводит. Как весело! Кажется, я побеждаю. Ну все, достал. А, у тебя кукуруза в зубах. А, минутку! С меня хватит! Я ее достану, чего бы мне это ни стоило. Это же... Должно сработать. Ты ее видишь, дорогой? Где это я? Моя семья! Это же они! Настоящий счастливый конец. Что может быть лучше большой порции лапши? Интересно, почему она такая длинная? Это просто невероятно, куколка! Такие кудряшки! Отличный объем! Ты лучшая! Следующий! Давно не виделись, Джоуи! Что сегодня делаем? Немного подровняем, да? О, как неудобно! Просто откушу, и она упадет! Или нет? Так бесит! Знаю! О, да! Это будет нечто! Вау! Это будешь новый ты, чувак! Один надрез и бум! Сзади как-то легко стало. Просто доверься мне. Попрощайся с этими прядями. Ю-ху! Нет, слишком длинно. Продолжаем. Недостаточно коротко. Потрясающий лайфхак. Больше не придется чавкать. Последнее. Как тебе? Черт возьми! Это же я глупый! Оу! Отлично смотрится! Спасибо! А, как же я объелась! Это уже не влезет! Какой сегодня беспорядок! За такое должны приплачивать! Пятничная сосиска! Но не есть же ее просто так.
Чего бы добавить? Хлеб подойдет лучше всего. Вау, смотрите какой! Еще лучше! Дин-дин-дин! Как тебе мои пушки, Оливия? Как бы я хотела, чтобы он обнял меня! Что? Нет, совсем не похож на свои фотографии. Надо бы немного раскатать. Вау, ощущения странные. Вау, мне нравится. Да что это с ним? Должен получиться плоский кусочек. Выглядит неплохо. Пора их соединить. Сосиска встречается с хлебом. Идеальная пара. Бррр, тут как-то холодно. Пожалуйста, накинь мою куртку. Шерсть в составе. О, спасибо. Теперь мне намного теплее. Вау, вы посмотрите, какая красота. Лучшее сочетание. Пора нашинковать лучок. Приступаем. Ах, вот как. Эй, сейчас ты у меня поплачешь, мистер. О, нет. Почему резать лук так грустно? Я знаю, как перестать плакать. Мой волшебный щит. Хорошо, что я сегодня в худи. Эта штука меня надежно защитит. Я просто гений! Больше никаких слез. Ты грубиян, ты в курсе? Получается! Подожди, хватит! Так нечестно! Кому свежего салата? А вот и он! Обожаю лук! Что? Свидание? Совсем забыл! За нас, любимая! А ты думал, мы закончили? О, мое дыхание! О, кое-кто наелся лука. Да, именно, подруга. О, я, наверное, лучше пойду. Милая, подожди! Лучше добавь в список покупок жвачку. Запах и правда ужасен. Когда-нибудь задумывались, что бы вам сказали продукты? Давайте узнаем. Я бы сейчас слона съела. Все исправит печенька. Будет так вкусно. Иди к мамочке. А? Я до смерти испугалась. А, моя печенька сейчас упадет. Нет! Помогите! Я падаю. А, синяк останется. А, смотрите, сколько мусора. Ю-ху! Я бы вся в него зарылась. Это все еще можно есть? А, как она так быстро стала такой грязной? О, не хочу, чтобы это оказалось у меня во рту. О, это лучший день в моей жизни! Мерзость! Она же все равно съедобная, да? Но мусор есть не стоит. Ну да ладно. Черт, она съест что угодно. Ужас. Да, давай сходим в кино. Ага, да. Вау, вот и мой шанс. Иди сюда. О, фу. Как дела, подруга? Ну уж нет. Отстань от ноги, ладно? Я сказала, отцепись. Ты из суперклея сделана, что ли? Кажется, ты идешь со мной на химию. Приключения. Как здорово. Как сложно сконцентрироваться. Ты там в порядке? Потрясающе. Я могу думать только об этой дурацкой жвачке. Стоп,
Тебе обязательно тут оставаться. Интересно, кто убийца? А как насчет личного пространства? Очередной питательный обед. Какая сочная индейка. Я думала, этот урок никогда не закончится. Привет! А? Ты мне? Кто-то есть позади? Она поздоровалась со мной? Приветики! Привет! У тебя есть зеркало? В смысле? Что-то на лице? Зубы? Ой, как стыдно! Дурацкий сэндвич с индейкой и салатом. Да, вот оно. Где мои солнечные очки? Эй, убери уже это! Давайте ее достанем. Готовы к челленджу? Эй, осторожно! Мне тут хорошо, отстань! Я никуда не пойду. Кажется, двигается. Там что-то происходит. Не поймаешь! Как тебе такое? Оу, хватит, щекотно! Да, получилось! Я знала, что достану! Привет! О, черт, она ушла! Похоже, придется доедать одной. Ну ладно, кто-нибудь хочет индейку? Вау, кто испек капкейки? Выглядит просто божественно. Да, они очень даже ничего. Добавки? О, да! Ням! О-оу! Думаешь, ты его заслужила? Да, именно так. Как скажешь. Ха-ха, так глупо. Но и очень серьезно. Дай сюда. Он мой! Но я первая взяла! Я больше хочу есть, чем ты! О, что-то у меня уже голова кружится. И почему вы не можете договориться? Нет, отдай! Только через мой труп. Минуточку. Овчи! Ох, ты про салфетки не слышала? О, капкейк весь твой. Сладкая победа, неудачница. О, да. Алло? Да, я бы хотела назначить встречу. 3 часа? Отлично. Аккуратнее, мам. Ты ничуть глаз не выколола. Она забыла про яичницу. Какое солнышко! Расслабляет. Би-би-ти-ба-би-ти-бу! Упс. Ну и ладно. О, нравится конфетка? Люк, ты милашка. Что это за запах? Я тут потею, как лошадь. О, божечки! Мам! Надо что-то делать. Просто переверну. Она прилипла к сковородке. Воу! Что происходит? Эй, а это весело? Юху! Как думаете, получится перевернуться? Ау, как больно! Что это вообще было? Кажется, я уже готова. Мама меня убьет. Но выглядит забавно. Эй, тут что-нибудь осталось? Ну же, выходи. Какая красота! И только для меня. Пора нырнуть в молоко. О, подожди. Теперь я готова. Да, вот так. Вау, какое приятное молоко. Ныряем с головой. А, круто. Так освежает. Упс. А теперь что? Руки мочить я не хочу. Ну, возьму другую печеньку. Так-то лучше. Да, сахарная перегрузка. Так и тает во рту. С прической все в порядке?
Сложно поддерживать такие кудри. Ой, кое-что потеряно. Но так бывает. Ничего. Эй, хочешь еще? Спасибо. Какая щедрость. Так вкусно. У меня там еще кое-что есть. А, я совсем о нем забыла. Какой сегодня сладкий обед. Вы когда-нибудь задумывались, что бы вам сказали продукты, если бы могли говорить? Давай, я тебя поймаю. Вау! Какой ты сильный! Что происходит? Сейчас будет взрыв! Это была плохая идея. Только так можно это остановить. Вкусненько. Постой, тебе купят машину? Все будут мне завидовать. Уже конец перемены? Я не могу жевать так быстро. Пока, банан. Уф. Пошли. Ау, как же больно. Точно синяк останется. Осторожно, я тут лежу. Дамочка, посмотрите вниз. Нет! А? Вау! Когда это пол превратился в каток? О, пронесло. Что? Все еще скользко. Ага, пожалуйста, помогите мне. Не могу остановиться. Уф. Ну, я хотя бы затормозила. Гадость. Теперь я на своем месте. Все знают, что лучшие вечеринки там, где есть Орео. Печеньки. Моя любовь. Я весь день этого ждала. Упс, чуть не забыла. Ребята, что-то не так. Нет, держите меня. Нет. Вот, лучший способ есть печеньки. Верни его. Я тебя не забуду, печенька. Не оставляй меня. Крем. Пальчики оближешь. А это я не хочу. Остались только мы вдвоем. И где же нам теперь найти другой крем? Время полезного перекуса. Начинаю. Отличный соус. Хрустящие сухарики. Вкусно. И напоследок. Ох, ну давай же. Да что такое? От меня не уйдешь. Правда? Ух, сдавайся, помидорка. Ха-ха-ха. Слушай, я с тобой серьезно говорю. Трое против одного. Иди сюда. Счастливо оставаться, подруга. А? Что это? Комок пыли? Привет. Давай дружить. Теперь никто меня не съест. Гениально. Ну теперь точно все. Нет, не трогай меня. Гадость. Такое я точно есть не буду. Пока. Пицца так вкусно пахнет. Ну здравствуй, плавленый сыр. Кто там? Пицца под запретом. Эй, где это я? Вот. Это твой перекус. Это что, пицца? Ты ешь фастфуд? Я запрещаю. Потом спасибо мне скажешь. Ну, мам. Обо мне не беспокойтесь, я побуду здесь.
Время уборки. Здесь нужно протереть пыль. Вот так. Боже, что это такое? Я уже думал, меня никто не найдет. Приветики. Отвратительно. Ну и запах. Эй, куда ты меня несешь? Меня сейчас тошнит. Зачем же так грубо? Очень прикольное видео. Ох, пора спать. Чуть не забыла. Она еще не потеряла вкус. Отложу жвачку на потом. Отсюда отличный вид. И сколько здесь волос. Спокойной ночи. Вот ты где. Идеально. Я тоже устала. Как здесь мягко. Уже пора вставать? Хорошо поспала. Эй, что это? О, я об этом не подумала. Ну и бардак. Зато так удобно. Это очень плохо. Эй, куда мы идем? Придется отрезать волосы. Нож? Зои, нет. Я не смогу. А может попробовать охладить жвачку? Холод творит чудеса. Я замерзаю. Отлично. Я не чувствую рук. Я падаю. Сработало? Да. Проблема решена. Привет. Мороженое, пожалуйста. О, какое большое. Надеюсь, я не забыла ключи. Ну и где же они? Ты там скоро? Хоть бы я их не потеряла. Солнце сегодня так печет. Я примотаю. Не знаю, сколько я еще продержусь. Все, я так больше не могу. Нашла. Я знала, что они в сумочке. О, нет. Я 3 бакса за него отдала. Обидно. Как будто я мало страдала. Здесь воняет, знаете ли. Если бы еда умела говорить, ей было бы что вам сказать. Сейчас поймете, о чем я. Готов к самому грандиозному взрыву. Закидывай конфетки, Крис. Нет! Я падаю! Ого! Откуда ты упала? Что вообще происходит? Глупые ледишки. Не волнуйся, они за это заплатят. Это сахарный вулкан. Вау! ТикТок сегодня просто отпад. А вот это брокколи так себе. О, овощ за бортом. Как мне ее оттуда достать? Ох, немного запылилась. Кажется, я видела там леденец. Я потеряла его почти год назад. Мэдисон, ты нашла меня? Нет, я на диете. Счастье было так близко. Зелень намного полезнее. Эй, но я же вкуснее. О, кого я обманываю? Я бы не отказалась от сладкой клубнички. И леденец совсем не испортился. Я знаю, ты же хочешь меня. Можешь сесть на свою диету завтра. Но я только лизну пару раз. Да, этот вариант намного лучше. Я салат могу и потом поесть. Подари мне свою любовь. Стоп, держи себя в руках.
Но я думала, ты меня любишь. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Сейчас ты попадешься в сахарную ловушку. Сахар, без меня ты умрешь, Мэдисон. Мне нужен сахар. Вот так, не отвлекайся, смотри на меня. Лизни всего один разочек. Ладно, только разок попробую. С возвращением. Еще чуть ближе. Я готова лизать его весь день. Больше никогда не притронусь к брокколи. Я так счастлива. Блин, надеюсь, я хорошо выгляжу. Прекрасно выглядишь, Мэдисон. Какие красивые губы. Секундочку. Фа, какой неприятный запах. Прошу прощения. Ну же, где моя жвачка? Надеюсь, поможет. Тут все в порядке. И откуда это так воняет? Бинго! Эта бактерия все разрушает. Только не в мою смену. Оу, я тебя не заметил, жвачка. Ха, попробуй одолеть меня, леди. Ха, это будет проще простого. Оу, да? Ха! Оу, нет, мимо. И это все? Эту силу тебе не побороть. Бум! Промазала. Я пока только разогреваюсь. Вот тебе. Вау, вот это скорость. Но я быстрее. Ах так. Ну все, ты сам напросился. Погоди, эта штука огромная. Ха! Со мной шутки плохи. Теперь тут чистенько. Все в порядке? Сработало? Да. Так, что ты там говорила? Я выполнила свое предназначение. Добро пожаловать в клуб. Что? Нет. Надеюсь, я нормально выгляжу. Ну, поехали. Вот оно, наш первый поцелуй. Бум! Вот как это делается! О, я и забыл, что у меня есть это! Этот чувак смотрит на нас! Идите к папочке! Фисташек много не бывает! Ну уж нет! Нет! Даже не думай! Осталась всего одна! Да что с ней не так? Попробую раскусить зубами! Держи рот открытым, парень! Ну давай! Прекрати уже! Перейдем к более жестким мерам. Открывайся! Ау! Давай, скорлупка, это должно сработать. О, да вы издеваетесь. О, похоже, пора сдаваться. Ну и ладно. Ах, наконец-то я дома. Фисташка? Нет, только не снова. Похоже, она вся моя. Ням! Нет ничего лучше, чем разделить ужин с другом. Но настолько ли вы близки, чтобы отдать последний кусок пиццы? Ешь ты! Спасибо, это так мило! Тогда я возьму этот кусочек. Перец? Фу, он же противный. У тебя все в порядке? Лучше не бывает. Шикарное местечко. Но здесь не помешает немного огонька. Так-то лучше. Боже, у меня во рту все горит. Крис, у тебя точно все хорошо? У нас осталось что-нибудь попить? Эй, это молоко? Можно я его стащу? Пожалуйста, у меня во рту пожар. Спасибо. А вот и источник пожара. Вся такая из себя горячая.
Вот для чего я был рожден. Эй! Что? Сейчас я потушу твой огонь. Ох, я только что уложила волосы, чувак. Готово. Я ничто без моей остроты. Я вам покажу. Будет только хуже. Жизнь ничему ее не учит. Только не это. Ладно, я сдаюсь. Так я и думал. Фух, я так испугался. Мы все испугались. Как ребенок. Не все любят острое, верно? Ну же, еще два очка. А, снова проиграл. Эй, а это тут как оказалось? Выглядит вкусненько. От одного вреда не будет. Еще и мой любимый вкус. А, да, то, что надо. Как тут миленько. Какому бы зубу мне приклеиться? Они мне все так нравятся. Первый кусочек всегда самый вкусный, но и второй ему не уступает. Я накрою тебя сахарком, зубик. Тебе всегда будет сладко. Или еще лучше. Оставлю-ка я более длительный след. Ох, супер! А, эта штука убивает. Этот зуб останется моим навечно. Красиво получилось. Перейдем к следующему. О, мне надо к зубному. Больше никакого сахара. Доктор, пожалуйста, мне нужна ваша помощь. Кажется, никто не смотрит. Ура! Она пытается открыть пакет. Как она сильно шумит. Простите, я попытаюсь потише. Скорее, открывай этот пакет. Серьезно? А еще громче она может? Ну же, мы серьезно. Господи, мы тут пытаемся фильм смотреть. Еще совсем немного? Да. Ну вот, вечеринка окончена. Я очень извиняюсь. Так, кажется, никого нет? Да, самое время для M&M's. Надо только открыть упаковку. Ого, откуда идет этот цвет? Ну и ну, упаковка открыта. Как сейчас будет вкусно. Уу, она же нас так растрясет. Итак, время конфеток. Ю-ху, полетели. О, красненькая. Вкуснотища, обожаю. Ну же, выбери меня на этот раз. Фа, это худший цвет. Что за? Она положила меня обратно. Теперь моя очередь. Желтый цвет намного лучше. О-оу, народ собирается. Эй, смотрите, у нее есть конфеты. Да, обожаю конфеты. Что только что произошло? Да вы издеваетесь. Да, здесь теперь очень скучно. Что ж, это лучше, чем ничего. Малыш авокадо такой милый. Нет, я не хочу малыша кабачка. А, что? Просыпайся, пора вставать. Ага, потише. Ну ладно, сладких снов. О, маракасы, сейчас будет круто. Эй, ты, я говорю, пора вставать. Хватит, боже, я пытаюсь поспать. Хи-хи, поехали, пора начинать новый день. А, да ты издеваешься. Ну что, теперь готова встать с кровати? Ненавижу будильники. Ха? А это что за уведомление? Тебе стоит их проверить.
Как много уведомлений. Ладно, я только быстренько взгляну. Хи-хи-хи-хи, щекотно. Ха-ха, это видео просто уморительное. Ого, а у тебя здорово получается. Я так рада, что ты позвонила. Эй, эй, взгляни на время. Уже так поздно? Не может быть. Она меня бросила. Я так опаздываю. О, нет. Мой телефон сел. Ох, бесит. Ладно, у меня есть зарядка. Немного зарядим батарею. Ю-ху! Ох, я такая голодная. Есть тут что-нибудь вкусненькое? Нет, спасибо, только не брокколи. В шкафчике тоже ничего нет. Но я умираю с голоду. О, смотрите-ка, банан. Какой прекрасный сегодня день. Это точно решит мою проблему. А? Это еще кто? Что ей надо? Он просто идеально зрелый. Пора почистить этот фрукт. О, похоже, меня решили переодеть. Прикольно. Она продолжит это делать? Последнее. Чувствую себя такой красивой. Приятного аппетита мне! Вау, ты сходила за продуктами? О, как много вкусняшек! Чипсы или банан? Выигрываю чипсы! Что? Она вот так меня здесь оставит? Поверить не могу! Итак, ученики, я собрала ваши телефоны. О, лучше я спрячу свой. Все сдали мне свои телефоны. Шш, телефон, тише. Хватит, мы за тебя попадемся. Хорошо, я надеюсь, все готовы к контрольной. Так, она не смотрит. Можно взять телефон. Я напишу на отлично. Это так весело. Эй, вот ответ на вопрос номер 3. Надо свериться с другой моей шпаргалкой. Ха-ха, перестань, я боюсь щекотки. Тише, сейчас попадемся. Фух, кажется, пронесло. Всем привет, смотрите на меня. Ю-ху! Боже мой, тише, нет, нет, нет. Телефон. Кто-то списывает. Ну-ка, быстро неси сюда этот телефон. Окей, ладно. Вот, держите. Теперь возвращайся за парту. Прости, чувак. Такая уж я. Так, учебники для урока взяла. Божечки, ты просто не поверишь. Ого, да ладно! Ага, прикинь, смотри, сколько лайков! Вау, вот это класс! Мне тоже надо снять пару тиктоков. Посмотрим, что можно сделать. Это место подойдет. Поставлю телефон прямо сюда. Вот так, теперь можно танцевать. Хи-хи-хи-хи-хи. Думаю, расслаблюсь немного. Эй, погоди, не падай! А, как обидно! Куда бы его переставить? Так, попробуем вон ту скамейку. Отлично, вот так. Дубль 2. Да, что ж, пока-пока! Нет-нет-нет, стой! Ну хорош! А, теперь он еще и весь в пыли. Ага, вот место, которое подойдет. Подопру его книгами, чтобы не падал. Стой здесь, даже не думай падать. Ха-ха-ха-ха, она снова танцует. Как будто эти книжки ей помогут. Ау-ау! Телефон, ты реально меня достал. Вот так, я нашла решение. Фух, скотч всегда помогает. Ого, она и впрямь приклеила меня к стене. Ладно, на этот раз досмотрю твой танец до конца. Да, наконец-то получилось. Так, посмотрим-ка. А, да,
Ух, как хочется есть! О, класс! Приветики, я милашка, верно? Как вкусно выглядит! Ю-ху! А это весело! Вообще-то... Эй, что не так? Почему ты остановилась? Что может быть еще вкуснее? О, да! Взбитые сливки! Они сделают эту клубничку супер вкусной! О, вы только посмотрите, как здорово! Ням, вкуснотища! Ну, поехали! Да, так классно! Нужно больше взбитых сливок! Вау, это просто невероятно! Сколько тут сливок! Это лучший перекус в мире! Что? Ты со мной не поделишься? Не, это все мне! Как весело! Но пора устроиться поудобнее! Эй, эй, ты в порядке? Выплюнь! Отстань! Мне тут тепло и приятно! Я сказала, хватит! О, нет! Кажется, меня выселяют! Ух, пронесло! Я много работала, чтобы оказаться здесь! О, мой диплом! Мам, смотри, у меня получилось! Я все вижу, дорогая! Я так горжусь тобой! Стоп! Что это там? Лили на зубах! Что? Да, это я! Салат, спасибо за поддержку! На зубах! О, нет! Как стыдно! Простите, но я вообще-то в центре внимания. Ау, отстань! Никаких больше фото! Вот так-то, я остаюсь. Ох, как пахнет! Отлично, настоящие шедевры! Эй, ты чувствуешь запах? Да ладно! Гляди, какие капкейки! Приступим? Вот это да! Какие они вкусные! Последний? Мой! Ну уж нет, он мой! Дай сюда! Нет, ты отдай! А-а-а! Они борются за меня! Эй, это так весело! Что за мои капкейки? Эй, а ну отдайте! Как вы посмели? Это мой капкейк! Отлично! Доволен? Никому из нас не достался. Это все ты виноват. Ну вот, морковка готова. А теперь брокколи. И добавляем масло. С ним вкус станет намного интереснее. Не забудем про приправы. Отправляйтесь в духовку. Лучше поставить таймер. Не хочу забыть про них. Так расслабляет, да? О, да, чувствую себя отлично. Хм, ты слышишь? Как будто будильник. Надо бы проверить овощи. Немного перемешаем. Отлично, назад в духовку. О, думаю, надо перевернуться. Вот так. За нас! Потрясающий салат! О, смотрите, это же целые зубчики чеснока! Никого рядом нет, откушу немного. А знаете что, я съем целый! Как вкусно! О нет, мое дыхание! Привет! Я говорю привет! Привет! Ого, о, подруга, вот это чесночное дыхание! Подожди секунду, вот, у меня жвачка есть! Поверь, тебе это необходимо! Спасибо большое! Ау! Какой ужас! Хорошо, что у меня с собой освежитель! Фу, она, наверное, съела тонну чеснока! Минуточку! Это еще что такое? Кто посмел? Эй, ты! Что это ты делаешь? Меня пригласили! Все любят чеснок! Уходи отсюда! Может, это и так, но никто не любит чесночное дыхание! Полиция запахов? Нет! Я не хочу в тюрьму! Привет, чеснок! Добро пожаловать в камеру!
Но так нечестно. Эй, больше не ешь чеснок. Ю-ху! Отличная вечеринка. Обожаю эту песню. Буду танцевать всю ночь. Ох, я не готова к школе. Она не смотрит, можно проскользнуть. Как спать хочется. Хорошо, что есть кофе. О, что-то не помогает. Как делишки? Пора вставать! У тебя слишком много дел, чтобы спать. Хм, куда она побежала? Вот так, рисую формулу молекул. Что она делает? Она что, решает уравнение? Давай, давай! Не останавливайся! А теперь она вытирает пыль? Вот так! Покажи всем в лаборатории, кто здесь босс! О, кофе выветрился. Мне бы поспать. Привет! Гляди, какой арбуз! Очень тяжелый, а значит вкусный. Давай порежем. О, я уже чувствую этот аромат. Вот это я понимаю. Спасибо, но сначала надо убрать семечки. Давайте, вылезайте. Вот так, можно есть. Ммм, как вкусно. Очень сладкий и такой сочный. Как странно, что он не обращает внимания на семечки. Самое время выплюнуть семечки. Ого. А ну, хватит. Может, ты сначала все семечки вынешь? Ну, можно и так. Привет, мне бы побриться. Без проблем. Вау, сколько у вас семечек. Не переживайте, я все исправлю. Так, это поможет. Сидите, не двигайтесь. Еще немного. Ау, не могу на это смотреть. Ух, кажется, все. Вот так, что скажете? Вау, как гладко, спасибо. Окей, я готова снимать. Всем привет! Сегодня у нас челлендж «Молоко с рыбой». Ух, ну погнали! Сначала рыба. Вау! Со мной так еще никто не обращался. Стоп, где это я? А теперь молоко. Да, я это сделала. А, это еще кто? Что ты здесь делаешь? Хм, это ты кто? Да какая разница, я тут первая появилась. Эй, хватит толкаться. Убирайся отсюда. О нет, мой желудок. Кажется, меня сейчас вырвет. Ух, похоже, я тут надолго. Хорошо, что у нас много бумаги. Какой классный свежий хлеб. А теперь займемся начинкой. Эй, холодно. Мне это не нравится. Добавим немного мяса и зелени. И не забудем про сыр. Ммм, а сыр и впрямь очень хороший. Обед готов. А, он такой милый на этом фото. Он напомнил мне кое о чем вкусном. Да, о помидорчике. Может, поцеловать этот помидор будет все равно, что поцеловать его? Эй, она меня хочет поцеловать? Вам поразило, что я это он? Но это не так, ведь я же помидор. Оу, а это было довольно приятно. Уж точно лучше, чем оказаться в салате. Можно мне тебя поцеловать? Ей понравятся эти цветы. Что? Теперь она его целует? Это нечестно. Так, посмотрим. О, печеньки. Эх, ну как же так? Она пустая.
Здесь должно быть кое-что съедобное. Ага, кукуруза. Полезай-ка в микроволновку. Думаю, пару минут хватит. Вау! Это так прикольно! Да, карусель! Здесь так тепло и уютно. Мне нравится. Ух, это что такое? А, на мне какая-то штучка. Что ж, пускай. Что со мной происходит? Эй, а мне это к лицу? Куда делось тепло? Снаружи кто-то есть! Новая серия такая смешная! Да, особенно финальная сцена. Ау! Можно поосторожнее? Ну, это хотя бы интереснее, чем лежать на тарелке. Можно сказать и так. Что интересно будет дальше? А помнишь тот момент, когда лошадь упала? О, как такое можно забыть? Оу, теперь еще сильнее трясет. Эй, может, выберемся отсюда? Как тебе идея? Выход здесь. Надо только подождать, когда он откроется. Приготовьтесь, наш шанс на побег. Сейчас или никогда. Раз, два, три. Мне здесь так нравилось. Не могу. Это так смешно. Вау, глазам не верю. Ух, реально круто. Невозможно оторваться. Ох, что же сейчас будет? Ух ты, в большом мире так классно. Эй, спасибо, что помогла мне выбраться из пакета. Ох, кошмар, у меня все руки в крошках. Крошки, это так здорово. Вау! Тут на всех хватит! Отпад! Хорошо, что они у меня всегда под рукой. О, серьезно? Он думал, что может справиться один? Ну, конечно! Он же такой придурок! Ха! Ха! Ай! Что произошло? Голова болит! Похоже, я на полу. Эй, куда делся мой леденец? Я в ловушке, мне отсюда не выбраться. Кто-нибудь, поднимите меня. Мне тут не нравится. О, похоже, у меня новая прическа. Я тебе перезвоню. О, откуда столько грязи? Ну, ничего не поделаешь. Прощай, леденец. Ты был вкусным. Ух, мне так уютно в обертке. Какой чудесный день. А, да чего же скучно. Еще и жвачка стала невкусной. Прилеплю ее вот сюда. Вау, тут совсем другой мир. Эй, привет. Я твоя новая соседка. Привет! Добро пожаловать под стол! О, там тоже есть кто-то! Привет! Я тут давно живу! Оказывается, нас здесь так много! И тут очень даже неплохо! Всем привет! Очень рада знакомству! О нет! Сидим тихо! Я точно слышал, как тут кто-то говорил! Чуть не попались. Продолжаем вечеринку. Салат почти готов. Ух, настало время для встряски. Желаю повеселиться, соль. Воу, это всегда так весело. Ух ты, я стала легче. Удачи, перец.
Вот так. Отдаю всю мою остроту. Думаю, хватит. Это было здорово. Даже на вид очень вкусно. Пора мне его попробовать. Слишком пресный. Нужно больше приправ. Вау! Кажется, мы снова в деле. Похоже, она настроена серьезно. Ох, какой отличный денек. Меня столько трясли. Окей, попробуем еще раз. О, вот так гораздо лучше. О, оно уходит. Пока-пока. Мы будем скучать. Как думаете, какие повседневные предметы могли бы многое рассказать, если бы умели говорить? Поделитесь этим видео со всеми, кто хочет посмеяться. И не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые ролики.